В Башкортостане разгорелся серьезный межнациональный конфликт. Он, конечно, в том числе межнациональный, иначе бы у меня в комментариях каждый первый человек не называл бы Хабирова хабирьяном. В других республиках также тлеют не самые приятные для псевдофедерации настроения. Что же делать? Как властям укрепить свои позиции? А выход найден. Рамзан Кадыров предлагает начинать учебный день с прослушивания... В России проживает 145 миллионов человек, более 160 национальностей, 18 языков находятся под угрозой вымирания. И мы радостно принимаем инициативу с целью окончательно загнуть в бараний рог любую национальную идентичность. Башкир, нет татар, нет никого, есть только... У меня ощущение, что помимо IKEA и BMW в Россию перестали поступать какие-то специальные чипы для чиновников. По-моему, они деградировали не то до ленточных червей, не то для обыкновенных паразитов.